это можно смотреть вечно. Как он сидит и сам по себе играет. Главное, чтобы он не увидел, что на него обращают внимание или что его снимают. Ну, куб, конечно, он его обожает. У него очень удачная покупка вообще. Ой-ой-ой, какая камера. Увидел камеру? Не-не-не. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Я помыла волосы. Вот, сижу, пьем кофе, едим конфетки. Катя сегодня в полицию съездила. Не, не в полицию, а уже... Ну, это тоже полиция трафика. Ну, как бы это станция, где... Типа ГИБДД в России. Где все связано с машинами, с правами. Короче, не дали Кате права. Короче, сказали, что сначала нужно восстанавливать резиденцию, вид на жительство, карточку, и потом с этой карточкой приходить к ним. По паспорту и по бумаге, которую мне дали в полиции, сказали, что мы тебе типа ничего не дадим. Хотя мне в полиции сказали, что берешь эту бумагу, идешь, запрашиваешь новые права. Я спросила специально. Ну, видишь, с резиденцией немножко, наверное, по-другому. Ну, ладно. Но резиденцию мы уже ждем. Я поеду в понедельник ее забирать. Вот. Но фишка в чем? То, что туда, в ту инстанцию по машине, нельзя просто так приехать и сказать, дайте мне это, или я хочу это. Нужно брать талончик с определенным днем и временем. И следующий талончик Ваня мне уже взял аж на февраль месяц. 20 февраля. Да. Это самая ближняя дата. Поэтому... Ты что там плюешься? Не обращала специально на него внимания, чтобы он к нам не пополз. Хоть кофе попьем. Сидит, играет. Это классно. Не, очень здорово, что мы его приучили. Как мы постоянно, когда с ним играем, то мы всегда старались так, чтобы он посадить, завлечь его и как бы сесть на диван. Там, или сесть там на стол, чтобы он мог сам по себе играться. Угу. Тоже жарко стало. Да, у меня сегодня утром пропал голос. Я проснулась. Вот, но я съездила, потом вернулась. Мы позавтракали, попили чай. Вот сейчас кофе пью, и голос вернулся. Сынок, ты что там плюешься? Я приготовила обед. У нас 4 часа дня. Поздний обед. Да, Ванечка пошел спать. А я приготовила обед. Все очень просто. Картошку в мундирах, бэйби, картофель сварила. И фарш сделала с луком, с стручковой фасолькой, кукурузой. И это как бы гарнир. Потом вечером можно, допустим, рис сотворить или макароны вместе с вот этим мясом и овощами. Будет очень вкусно. Вот так что всем, кто ест, приятного аппетита. Ваня сходил в нашу кладовку, принес коробки. Так, звезды. Это в нашей спальне, да. Сейчас будем убирать. Человек Иван везде лезет, лазит. Говорит, мне тоже надо, все хочу. Все интересно. Да? Убирать елочку будем, Ванюш? Что это такое? А ну-ка. Что это за фигня тут валяется? Так, а что ты еще там найдешь в коробке? Что еще в коробке лежит? Доставай оттуда все. Сынок, доставай. Видите, как держится и ходит. Самую большую ветку решил достать. Держу ногой коробку, чтобы она не съехала. Осторожно. Молодец. Помощник мамин с папой, помощник. Вот, давай, давай еще. Нет, не кусать. Вот, вытаскивай. Нельзя. Так, все. Помог. Наелся всего подряд. Да? Вот так, выкидывай. Бросай. Молодец. Бросай. Молодец. Умничка.
помощничек наш, любимый. Что, убираем снова? Обратно в коробку? Скажи, мама, ты что-то не поняла. Я это вытащил. Все, закрываем коробку? Будем закрывать? Нет? Вот так, аккуратно. Ёлки у нас уже нет, она уже упакована в коробку. Катя тут решила перебрать все игрушки, часть убрать, а часть оставить. Вот. И у нас не все новогодние игрушки влазят, и мы хотим половину отдать, в общем, как бы раздать, и половину оставить себе. Чтобы это сделать, нам нужно где-то это хранить. Поэтому мы завтра едем в Икею, чтобы купить боксы для хранения. Блин, я еще даже не знаю, что ему оставить, а что убрать. Мне в этом дилемма. Дилемма? Хочешь не так много, да? Чтобы, да. И чтобы просто... Потом можно по одной менять и все. Почему-то на этой корзинке животные. Всякие разные. В этом пакетике кубики. Да! Так, куча тапочек. Мы же тапочками тоже играем. В зубах их носим. Это любимое занятие. О, ты начал эту штуку крутить. Он начал крутить ее. Кстати, в этом домике вот эта штука, она очень плохо работает. И в одном моменте она очень туго крутится. Легко, легко, легко. Подожди. Вот. Да нет. Она что, все разработалось? Что? Просто когда надо, она... Вот, смотрите. Оп. И опять легко. Опять тяжело, легко, 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 опять, вот. В общем, для ребенка это, мне кажется, сложновато, когда оно так вот заедает. Ну, так вот, в принципе, нормально работает. Ну, вообще, не очень хорошо собран. Тут вот эта крышка у нас вся поотлетала. Некоторые элементы были очень плохо. Сегодня игрушка весь день. Это вот это. Это водичка для промывания носика. Это вообще must-have. Игрушка must-have. Поставите эту машинку. Какую? А где четвертая машинка? Не знаю, я ее купила. Такая вот машинка. А вот эту игрушку я напрещаю, называю ее запрещенка. Он вчера весь вечер ей играл. Ой, все, увидел. Ты чего? Че ты завалился? Вот тебе игрушки. Все. Играй. Все, увидел запрещенку. Она еще так звенит. Он там чипсы, да, были, он рассыпал их. Да. Ну там да, чуть-чуть крошки были, да. Смотри, смотрите, смотрите, смотрите. Что нравится мне в этом домике? Как склад. Бокс для хранения, да? Да. Классно. Вот это я думаю убрать. Все, забыл, играл. Забыл про Принглс. Правильно, мама сейчас начала играть другим. Мне ему тоже срочно надо. Думаю, это убрать. Думаю, эти детальки убрать. Эту машинку пока убрать. Эту тоже? Угу. Ну, убирай. Да, потому что как таковой он ей не играет. Это просто не по возрасту. Ну, да. Он играет ей просто, чисто пробует ее. А для этого можно... Да, так повезет. На, вот эта штука тоже улетела. Так, что у нас еще остается? Вот это, домик. Я думаю, машинки тоже убрать. Угу. Одну машинку оставлю, потому что он любит грызть эти глаза. Угу. Со звездой. Это веки он начал играть. Не играл все это время. Сяня. Мяу. Мяу. Катя. Мяу. Мяу. Ой. Не
ко мне, Пуся. Моя девочка, как я тебя давно мучила. Подожди, так со мной. Самое время помучить Пупочку. Угу. Она начала мурчать. Моя девочка. Такая волосатая женщина. Наша девочка. Как ты себя чувствуешь? Расскажи. Я нормально. Нормально? Да. Горло уже нормально? Нет, сейчас начало болеть. Болит? Угу. Тоже немного горло болит. Угу. Блин, мы с Катей, конечно, даем. Перед самым поездкой. Угу. Не, ну, ладно, перед поездкой. А представь, в поездке болеть. Мне кажется, угу. Хуже некуда болеть в поездке. Скажи, как мы все сделали детский уголок. У нас детский уголок переехал на эту сторону. Теперь это все будет здесь находиться. Я вот свой шкафчик, там поставим шкаф. Угу, чтобы как-то убирать все. Игрушки. Да, у нас все эти шкафчики заняты. Но они не такие объемные. Угу. Нужно покупать, наверное, такой вот большой квадратный. Да? Да? Угу. Вот или какой-то другой посмотрим, может быть, не из этого стиля. Как это? Ну, как... ну да, как типа детский шкафчик. Нет. Смотрите, видите, он там чель. О! Я, кстати, не стал их между собой скреплять, потому что очень удобно, когда нужно что-то выдвинуть или подвинуть, что это не все целиком, а какую-то часть отдельную раз подвинул. Да. Закрыть ящики. Уже скотч нифига не держит. Но он еще такой для краски, да, которая не оставляет следов, поэтому он не очень хорошо держится. Все, теперь все. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. И всем.